Всероссийский конкурс поэтической декламации «Дети читают стихи». Ученик 2 Г-класса школы номер 90 города Ростова-на-Дону Белинович Максим. Алексей Сурков. Утро победы! Где трава от росы и от крови сырая, где зрачки пулеметов свирепо глядят в полный рост. Над окопом переднего края поднялся победитель-солдат. Сердце билось о ребра, прерывисто, часто. Тишина, тишина, не во сне, наяву, и сказал пехотинец: «Отмаялись, баста!» И приметил подснежник во рву. И в душе тосковавший по свету и ласке ожил радости прежний певучий поток. И нагнулся солдат и к простреленной каске осторожно приладил цветок. Снова ожили в памяти, были живые, Подмосковье в снегах и в огне Сталинград. За 4 немыслимых года впервые, как ребенок, заплакал солдат. Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, сапогом попирая колючий плетень. За плечами пылала заря молодая, предвещая солнечный день.